Combien? Vous allez cette prochaine? Combien? Des valeurs. Ah, vous savez, c'est pas parce que. Ah, ça, je vais faire un bon travail. Un bon travail, c'est un mini de commerce à c'est du choix, c'est du et vous êtes en train de vous faire un travail, et après ça, vous êtes en train de vous faire un travail. Сейчас, je vais mettre des médecins qui viennent de passer. Ah, bon, d'accord. Ah, и вот 26 апреля мы с этого день рождения, и сейчас мы ставим такой вот социальный опрос. Может, вы знаете других показных проектов? К сожалению, на скидку даже не имеем. Здравствуйте. Откуда вы? Из Москвы. Вы турист? Да. А знаете какой татарский язык? Нет, конечно. А вы знаете такого поэта, как Аблат Уман? Только что нам рассказали о нем. Ваш поэт татарский, детские рассказы, стихи. Это было очень приятно узнать. А вы знаете, как его стихотворение, может, слышали? Его? Да. Нет, конечно, совсем нет. Я первый раз вообще не слышала о нем. А про других татарских поэтов? Вот 26 апреля будет день рождения Кафе Лучкая. И, собственно, в честь этого мы выпускаем такой социальный опрос. И мы очень благодарны вам за то, что вы с нами получились. Спасибо. Хорошо, не сказали? Да. Половину. Скажите, вам лучше спать, или мне надо с хорошо. Знаете ли вы Кафе Лучкая? Конечно. Каким вы являетесь? Сарский писатель. Какие сведения вы знаете? Такой вопрос. Вы, наверное, не знаете, как вам родить? Пацан? Нет, числа. Он у нас в день получил время, скоро будет праздник, и поэтому уходим за вопрос. Огромная благодарность, что вы остановились и начали ходить. Я не могу процитировать, вы знаете, что 26 апреля мне уже дали. Все, откуда вы? Санкт-Петербург. Хороший вы? Да, спасибо. Спасибо вам. Здравствуйте, откуда вы? Разнош. А сейчас вы будете в дня. А вы знаете, как язык? Да. Сейчас как плотно на гасли. Он уже был на ваш посыл. Кто наш? Прежде всего, на эти трассы. Бей туганды, бей матурды, әткән әлкәннән килә. Дөньяда күп нәрсә белде, син туганды. Туганның туган килә башын икәнен әйтә алсын. Икәнен. 26. Әйе. Бездә аның туган килә, һәм шушы күрмәттә без. Знаете, 27 минут там. Или лучше на русском? Знаете, я буду тут туган. Да, знаю. Какие произведения вы туган? Угли. Стихов 10 туган. А вы сможете что-нибудь сделать? А вы знаете дату рождения Урка? 14 апреля? Почти. Или 12 апреля? Почти. В апреле. 26 апреля, в день рождения Урка. Да? Позвоните, можете нет, придет праздник. И в честь этого мы проводим так называемый праздник. Здравствуйте, вы говорите, что у вас нет. Сейчас была такая небеса. Сейчас я объясню. Как вас узнает, Вот 26 апреля будет день рождения Кафе Лучкая. В честь этого мы устраиваем мини-опрос. Большое вам спасибо за то, что с вами участвовали.
Здравствуйте. Вы говорите на русском? А на английском? Окей. Do you know Габдулла Тукай? He's the famous poet of in the Pakistan. And in the 26th April, will his birthday. And that's why we make social week. Yes. And thank you for your участие. Вы знаете, кто это был? Да, Габдулла Тукай, это татарский писатель, он родился 26 апреля. А какие произведения вы знаете? Я знаю произведения Тухантель, стихотворения, почти все знают, и Шурале. Вот, скоро у Габдулла Тукая будет произведение, и через это вот такой мини-блиц-опрос. Спасибо большое, что приняли участие. Пожалуйста.